лучший игрок первого периода, это, безусловно, вратарь. Слават Андрей Корей. 51, да, по-моему, 61. 61, совершенно верно. Спасибо, это Дмитрий. Он пока нанес абсолютный рекорд КХЛ. 61 бросок. Владопад. 1-0, Славя выходит вперед. Капитан забивает. Денис Гуляш. Первая шайба в сезоне на родной площадке на счету Дениса Кулеша. Да, такая саркастическая улыбка на устах Александра Андреевского. А мы смотрим. Хороший пас вывели на бросок. Ну а как умеет бросать Денис Кулеш, мы все прекрасно знаем. Линус Умарк подбирается к своей любимой позиции. Так потихонечку, помаленечку. Хорошо, оставил шайбу. И... в большинстве. Давайте еще раз посмотрим за этой комбинацией. Хартикани на заворот шайбу выводит. Здорово здесь заставили Ларсену. И точнёхонько верхний угол ворот адмирала наносит бросок Ларсен. Ну и Лену Сумар записывает на свой счет результативную передачу. 2 минуты до завершения второго периода, по-прежнему 2-0, моменты возникают, и вот еще... Ух ты! Гол защитника, это Стас Гореев забивает! Вот от кого Гореева, честно говоря, я не ожидал. А бросок получился крайне-крайне превосходный. Давайте посмотрим, во-первых, как здорово, настырно сыграл Игорь Макаров в зоне соперника. Караулил ошибку. Не стал спешить, а сделал точную выверенную передачу на Гореева. Ну и просто как опытнейший мастерюга здесь сыграл Станислав Гореев. Да, ну и отмечаем, Игорь Макаров, это уже вторая передача в сегодняшнем матче. Нужно сейчас вот отбиваться. Опасная атака в исполнении наших соперников. И все-таки она оказывается в наших воротах, и, похоже, она будет засчитана. Как-то очень курьезно она оказалась за ленточкой ворот. В исполнении Павла Махановского, если мы не ошибаемся, посмотрим на повторе. Да, протолкнул между щитков Кореева. Не смогли додержаться до конца второго периода наша команда. Предательски шайба закатилась в наши ворота. 3-1. Тем не менее, мы впереди. Вполне допускаем, что игра может завершиться со счетом 1-0 или 1-1. Ох ты какой! Да, ничего не предвещало, но как чисто отыграл шайбу в ворота, владает. 4-1! И Евгений Бодров на ваших экранах, видимо, он был последним, или Энгер Лисин, сейчас разберемся на повторе. Тем не менее, 4-1. Салават Юлаев укрепляет свое преимущество. Очень серьезная заявка на победу, давайте посмотрим, как все произошло. Да, совершенно неожиданный рикошет. Еще раз посмотрим, Энгер Лисин. Да, своего же защитника, это 5-й номер, Николай Глухов.